Всем привет, шахматный камбэк. Так, стоп, сейчас я нужно задуматься над планом. Так, план нашей партии будет вот такой вот. Ладья А6. Ну что такое? Ладья А6. Понятно. Слушай, тонко сыграно. Все, можно. Достаточно. Ладно, ладно. Так, почему мне... Все, заработало. Алло? Да, слышь меня. Я не управляю, Кирилл. Не управляешь? Да, я тебя слышу, но я не могу не управляю почему-то. А вот сейчас управляю, вроде. Не знаю. Все, занимайся. Глюки какие-то. Я тащу ферзя на Е7, но у меня нет реакции. Ты уже его притащил. Ну и что, отличные позиции. Смотри, какие слоны. Особенно на А7. Шикарно. Король всех слонов просто. А сыграй в 6 и поймаешь слона. Да, наверное, придется какой-то, а нет. Мне очень хочется. Смотри, ну, слоны туда смотрят, они смотрят, Никит. А тот, который на А7, конечно, особенно. Но смотрит. В скором времени он тоже будет. В скором времени он ферзь на А6 белый придет, и он заворует там совсем. Ладно, может, мы с одним слоном справимся с этой позицией. И что, тебе менять? Не хочется менять слона, да? Может, на Е6? Или на Е4? Так на Е6 это слон Е6 будет. Нам придется уж совсем много материала отдавать. Ну, думай. Ну, ладно, на Е6. Ну, слон и слон. Сейчас ладья F8 зато с темпом. А стоп. Что? Ну, слон D5 можно побить, да, но... Это, наверное, так и надо, если честно. Хотя, как мы будем играть в эту позицию? Абсолютно непонятно. Зато я на E3... Что это за шло? На E3 капитально зависло. Сейчас где? Слон на А7 сейчас вскроется после B5, наверное. А вот. Чудо-слон ожил. Смотри, сейчас конь G4. Ты что мне пытаешься доказать? То, что... Что эта позиция хорошая. Да. Ты не прав. Перед же... А, ну, у меня был удар. Шах. А почему не конем? Никит. Ну, ловушка года, смотри. А в чем ловушка? Не скажу, вдруг он попадёт. А, вот в чем ловушка. Ферзь H3. А почему не ферзь H3? Ох, ферзь H3, какая красота. Ну, ферзь H6 тоже матует, но ферзь H3, конечно, красивее, да? Я не видел. Вот, слушай, вот это камбэк. Ну, ферзь H6 вообще, конечно, не менее убедительно, но... Ферзь H3 лучше смотрится, да? Сила. Типа, очень много связок. А как играть-то? Мат на H3 следующим ходом. А как играть? Все, приплыли? Ну да, мат следующим ходом. А, вот это я считаю сильно, нет? Наверное. Привет. Отличная партия. Ферзь H3 красивая, если...